субботу в Самарской области ясно и малооблачно. Местами пройдет небольшой дождь, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем 20-26 градусов тепла, ночью 15-17 выше ноля. В Сызрани ясное небо, к вечеру может пойти дождь. Днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти ясно, вечером возможен дождь. Днем плюс 24, ночью 17 градусов выше ноля. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков. В дневное время плюс 24, ночью 16 градусов выше ноля. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.